исповедуем такой Макс Орех Бэнд. То есть вообще вот Макс Орех Бэнд, но я не буду сейчас нескромным, если скажу, что это супергруппа. Супергруппа — это та группа, где каждый участник — это личность, это, в общем-то, легенда. И сейчас я скажу несколько слов, но прежде, то есть, про песню, да? То есть мы очень часто так играем экспромтом, то есть прям спрашиваем тональности, потому что, ну так, например, играет Чак Берри, да? То есть все должно быть на живую нитку, а иначе... Тем более в нашем таком мире, где уже яблоки даже черви не едят, все геномодифицировано, кругом лупы и за лупы. Короче, в общем, а мы за живую музыку, мы против себя играем, поэтому мы лучше будем даже лажать, но лажать от души, от чистого сердца, и будем играть и петь то, чему душа лежит, и будем так, как душа нам велит играть. Вот, и сейчас несколько слов. С правой стороны Владимир Колосов, это лидер группы ТРЕС. Лидер группы ТРЕС, бессменной нижегородской группы, с конца 80-х существующей, много где побывавший. Он потом расскажет о его там, чуть ли не совместных сессионах с Куртом Кобейном, ходят легенды. По левую руку от меня Ростислав Звездин и... Рост-н-ролл. Фронтмен, вокалист, харпер группы Джаспер Ли, группы, которая играет блюз, блюз-рок. Вот, ну и помогает по доброте душевной от всего сердца мне, на моих каких-то вот таких этих, как это, диайвайных, да, самостроечных проектах. А также по левую руку Валерий Евгеньевич Делюта, человек-легенда, о котором уже говорить даже не стоит, потому что все помнят его блистательное выступление здесь, по-моему, в мае, да, в начале мая вот этого года. То есть это человек, который уже 40 лет связан с роком, и даже больше. И, в общем-то, на этом это, как сказал один мой друг, когда... Вальяра играет Чака Берри, прям чувствуется вот задор 16-летнего юнца, который вот... Чак Берри отдыхает. Нет, Чак Берри — это Чак Берри. То есть чувствуется аутентизм, потому что это дух тех лет, который перенесся в наше время.